Могу это сегодня объявить. Мы сейчас в рабочем находимся по подготовке, но невеликий секрет уже для моей команды. Следующий год хочу, планирую объявить годом экологии и насытить его рядом содержательных мероприятий. Одно из таких эколята – это образовательный проект, который призван через сказочных героев эколят показать детям, что стоит защищать и беречь нашу природу. А вот теперь посмотрите, какие интересные друзья. Друзья, ребята, Сеня, посмотри внимательно. А эти друзья, ребята, называются эколята. Шалун, Умница, Тихоня и Ёлочка поселились на территории детского сада «Колокольчик». Беречь и защищать природу – вот главная цель всероссийского проекта, утвержденного президентом. Одно из мероприятий проекта – конкурс «Лучший снежный город Эколят». Экологическое воспитание, которое у нас является тенденцией в этом году, объявленное нашим губернатором, и поддерживается этой акцией. Эколята решили принимать участие, так как у нас и направление нашего детского сада, в направлении экологии мы работаем. И наши родители очень сильно это поддержали и, естественно, взаимодействовали с нами и помогали вместе со своими детьми провести данную акцию. По словам малышей, воссоздать сказочные фигуры было непросто. А в чем была самая большая трудность такая? Делать елочку. Почему? Потому что у нее иголки. Однако, несмотря на трудности, каждая фигура полюбилась юным дошколятам. Теперь это любимое место для прогулки. Та фигурка – это Умничка, мне понравилась. А почему тебе эта фигура понравилась? Потому что она много училась и многого знает. Всего в Губкинском приняли участие в конкурсе 7 детских садов. Все городки получились разными, объединяет их лишь 4 сказочных героя – Экаленка. Слепить 4 героев, разукрасить. Возле этих 4 героев нужно организовать различные активности. И вот именно этих 7 детских садов у нас приняли участие в этом конкурсе. Лучшие работы, лучшие наши городки мы направляем в окружной для участия в окружном конкурсе. По итогам муниципального этапа победителем стал детский сад «Звездочка». Их снежный город будет участвовать в окружном этапе. Сабина Лимарова, Елена Канина, Денис Вельков, Денис Гимп. Новости Губкинского.